Алена говорит, сегодня к ней заходила в магазин баба из Донецка и высказывала ей, что им обещали одно жилье, дали другое, обещали по одному кормить, Бежилка. По другому. А? Бежилка? Да, из Донецка, блядь. А вы тоже еще... хотите приехать сюда, блядь, и чтобы вам сразу все в шоколаде было? Да, ну, да. Ничего, да, а ничего, что мы воюем, нам как бы сейчас тоже бабки мы выкидываем. А им похуй. Ну идите нахуй, пиздуйте обратно, пусть вас там, блядь, точками ух закидывают. Не нравится, тебя никто здесь не держит, блядь. Тебя сюда никто не звал, ты сама сюда приехала.